Короче, это прям отдельную картошку каждую. Вау! А ты говоришь, температура, слабость, вот, пожалуйста, три стакана вина и все. Лёха хуйни не посоветует. Слава Богу! Слушайте Лёху! Нам же сказали, кто доктор? Да, да. Доктор у нас хватит. Можешь реально потереть обычного типа растительного сыра. Да, что-то не хватает. Дима там с таким этим усилием, когда он думал, конечности ампутируют. Тщательно сказали. Сказали, только нужно тщательно. Без комочков. Да. Получается убавлять газ. А вообще у Артура есть миксер. Он его скрывает. Не-не-не, она как мало сразу выдаст. Только олдскул, только толкушка. Да. Как под музон как раз вообще. Вот. Не трогай. Артур, даже что я здесь? Бензин не трогай. Ты понятно, что это знаешь. Давай, пойдем поджигать. Что нам делать? Дайте я просто сфотографирую, пока еще не спалили. Я только картошку ем. Ребята, такая красота. Надо света сейчас больше. Да, света больше надо. Дайте спичи свет. Так, Светлана. Я вообще все горячие. Давайте свет сначала для фотографирования света, потом... Да? Во! Можно же. Мясо, я бы сказала, немножко испорчено. Без капитана не приступаем. Не надо еще раз полить и полить. Какого чувства самосохранения мясо испорчено? Чем оно может быть испорчено? Еду не фотографирую, а вот это мясо. Картошка прекрасна. Картошка. Эффектно. Ну что вы так поздно снимали? Ну что? Она не горячая. Все, вот оставьте вот это уже. Волочь! Волочь! Вот фиаско, братан! Где наш кок? Артур, спасибо! Ух ты! Ура! Протяжные ура! Это мы раскололи, да, своим в резонанс ввели стекло. Кусок-то не надеюсь, как не вино. Ну, капитан объяснил. С ножа шампанское открыли. Не забудьте сказать, что сразу. И это верное решение. Разгрузочный день. Мы идем завтра, да? Поддержку. Все, тогда по графику завтра. Жарим. После завтра? Поезд, да? Жарят и любят. А это то, что помню я сам. Это тёжи. Я сам. Сегодня вахта. Так, на кампусе.
баку с мясом, где и корм, там, через корм с сыром, с этим, как бы, со льдами на вершине. Пилу. Вот, сделал добра. Вечер, и сейчас у нас будет ужин. Вот такое вот невероятно красивое блюдо. Вот это поляна. Сейчас еще мясо подъезжает. Ленина пошел на собственном соку. Ух ты! Сделай это на палку. Да. Одна? Не-не-не, деревянная.